Здравствуйте, дорогие мои! Сейчас у нас изобилие и фруктов, и ягод. Если у вас есть очень много яблок, урожай большой, я вам хочу предложить очень быстрый в приготовлении рецепт пирога с яблоком. Итак, друзья, что мы делаем в первую очередь? В первую очередь мы чистим яблоки и натираем на крупной терке. Счищаем кожуру. Ну, где-то останется, ничего страшного. Так, друзья, натерли все яблоки. Теперь добавляем сюда сахар. И чайную ложку корицы. И все хорошо перемешиваем. И да, друзья, смотрите уже, какие у вас яблоки. Если они очень сладкие, сахар можно не добавлять. Или, ну, в общем, сахар можете регулировать. Уже на ваш вкус, какие у вас яблочки. У меня яблочки такие кисленькие. Поэтому я сахара добавила. У меня 70 грамм сахара на килограмм яблок. Все, яблоки подготовили. То есть начинка у нас для пирога готова. Мы ее убираем в сторонку. И сейчас займемся тестом. Итак, друзья, приступаем замешивать тесто. Берем муку, просеиваем обязательно. И да, ингредиенты для теста должны быть холодные. Ну, то есть у нас там сметана или йогурт без сахара, который холодный, и сливочное масло должны быть холодными. Теперь сюда в муку добавляем щепотку соли, сахар, ваниль, разрыхлитель, чайную ложку. И перемешиваем сухие ингредиенты. Теперь сюда мы добавляем холодное сливочное масло. Режем его так на кусочки. И перетираем вот так пальчиками. Итак, соединили муку со сливочным маслом, то есть сухие ингредиенты со сливочным маслом соединили. Вот такая у нас крошечка получается. И теперь сюда мы добавляем или сметану, или йогурт без сахара, натуральный который. И соединяем. Еще раз ручками, только быстро это. Сильно не утрамбовываем, нам тесто так замешивать не нужно, оно у нас такое и будет, такое, как крошка. Итак, все, тесто готово. Мы его визуально так делим, одну часть меньшую оставляем, это будет присыпка у нас сверху и на донышко. Итак, друзья, берем форму, в которой мы будем выпекать, выкладываем одну часть теста на дно. И распределяем. Так, утрамбовываем. Теперь сюда же выкладываем начинку. Итак, распределили начинку и высыпаем сверху оставшееся тесто. Да, вы можете еще вот на яблоки сверху изюм с орехами добавить. Готовится все очень быстро, но получается невероятно вкусно. Много начинки. Все, и ставим выпекаться заранее разогретую духовку на 180 градусов на 1 час.
Ну вот, друзья, и приготовили мы чудесный ароматный пирог с яблоками. Вы знаете, на всю квартиру стоит такой аромат, благоухает. Это, ой, невероятно вкусно. Тесто здесь мало, в основном одна начинка. И очень быстро готовится. Так что, друзья, пробуем, готовим с радостью, любовью. Ну и подписываемся на мой канал, ставим лайки. И всем до новых встреч. Пока!